Квест номер один. Перейди ручей и не намочись. Евгений Федоров, он знатный переходчик. Ходок. Ходок. Всем привет! Очередной выезд на рыбалку. Где-то в Астраханской области приехали опять погонять щуку. Пока не начался сазан, судак, будем ловить щуку. Я сегодня не один, со мной Евгений Федоров. Он там уже настроен по-серьезному. Сейчас трофеев, говорит, будет ловить. Вот, рыбалим весь день, погода прекрасная, тепло, солнышко, ну весна, весна. Погнали. Первые забросы. Резину я поставил белую. G-Creek 10 грамм. Как будто поклевку была, Жень. Пока не понял до конца, но... Что-то прям... Во! Ага! С первого заброса! Ух ты! Ух ты, как давит-то, а! Ой, хорошо давит! Хорошо! Ух ты! Ух ты, ух ты! Слушай, это хорошая! С первого заброса. Вот это я понимаю, Астрахань. Именно за этими эмоциями мы сюда и едем, ребятки. Красавчик. Конкретный красавчик. Первый заброс, и вот она, астраханская щука. Хорошая, слушай, хорошая. Блин, дошли до места, шли как бы немало, потому что это такое труднодоступное место. Устали. Первый заброс и щука. Это эмоции, за которыми мы ездим в Астрахань. Просто кайф. Погодка сегодня порадовала. В прошлый раз, кто смотрит, я был здесь. Были нереальные порывы ветра. Щуки были достойные. Поэтому я сюда вернулся. Вернулись уже с Женей. Как бы хотим трофеи. Блин, ну с первого заброса щука. Это, конечно, кайф. Продолжаем, продолжаем. Ульчики сидели. Понятно пока. Тут есть поклевка. О, ушла. Ты понял? Я понял. Ушла. Хорошая была, кстати. Большое. Хорошая, Жень.
Поможешь? О, хорошая прям, Жень. Даже не вижу ее, Жень. Прям хорошая у него сейчас клюет. Очень хорошая. Очень хорошая? Да. Ну да, судя по всему, очень хорошая. Поперек судачок. Карась. Карась. Очень хороший карась. Очень хороший карась. А эмоций-то сколько, да? Блин, думал это. И причем села без поклевки, я думал это, знаешь, на паузе. Думал, ну все. Вот он, монстр, да? Блин, ну карась-то хороший, достойный. Ой, тихо. Да подожди, я сейчас спущу тебя. Ну да, тащить боком карася грамм 600, это так себе занятие. Давай, друг, расти. Только икру чуть-чуть не ешь, понял? Ты меня понял, нет? Это что такое? Сазан. Сазан? С поклевкой? Карась? Ну, я же тебе говорю, это тот, который я отпустил. Карась? Хорошая. Забагренная какая-то. Карась. Да что ж такое-то, а? Цвет кока-колы. Они прям любят его. Че воткнулся? Плыви. Опа! Руками ловлю карася, смотрите. Что-то щука у нас сегодня не радует. Погода радует, все радует, но щука нас не радует. Че у нас? Женя одну поймал, но слил. Я одну поймал. Карася у меня два, уже не один. Вот пока все. Поклевочки есть, но невнятные. Мы решили, что сделать? Правильно. Перекусить. Тем более такая погодка, что как раз надо набраться сил на вечерний выход. Это точно. Или послеобеденный. Не ест рыба, будем есть мы. Да. Лёх, ну сколько, скажи, сколько мы ее ждали, а? Слушай, ну хороший экземпляр. Такая двушечка, да? Да. Вот так бывает. Хоп, и нет приманки. Пока я тут по телефону разговариваю, Женек вточил щуку. У меня отрезал хвост, смотри, пока я отвлекался на телефон. Смотри дальше. Это ты порезался? Это у меня вот с крови, с руки течет. Слушай, а щука-то хорошая. Щучка неплохая, да. Красавелла ты. Ух ты, хорошая. Только я не знаю, кто... Ах, ах! Вон там ушла. Это значит, получается, 3-1 в пользу щуки, что ли, сегодня у меня? Какая-то наглая баба, а? Ну, поклевки тоже дарят свои эмоции. Это кайф. Ради этого мы и ездим. Мы же ездим не за рыбой, а на рыбалку. Останься со мной, не тряси головой. Останься со мной, не тряси головой. Все, моя подружка.
красавец. Отличный закилошник, хороший закилошник. Ну что, заканчиваем рыбалку. Вот такая вот сложная рыбалка получилась, потому что щука, скорее всего, пошла на нерест. Плещется в основном на меляках. И на щуку, наверное, пока больше выезжать не будем. Впереди судак, сазан и много всего интересного. Погуляли, надышались воздухом. Народа никого, лесок, природа, вообще все кайф. Евгений Федоров, кому интересно, у него есть свой канал. Много очень топовых рыбалок. Он уже собирается, поэтому я тоже буду собираться. И мы погнали. Как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Всем пока!